участвовал и афганы, и в других местах тоже. Я хотел быть моим братом. Мой сын уже с начала военной операции, то есть СВО. Стараюсь собрать гуманитарку. Защита Родины и все ребята свои. Довезли около 220 тонн груза. Это груз, это народный груз, который наш народ собирает. Пока у нас в тылу такая поддержка, победа будет за нами. По зову сердца мы ездим туда. По зову сердца мы помогаем. Живем мы по принципу Родины, родители не выиграют. Это наш долг, наша позиция гражданская. Мы все должны быть сейчас рядом с солдатами в тылу и просто победить. Друзья, мы вновь рады видеть вас вот в этом нашем доме, который уже называют домом все солдаты и патриоты всей страны, Общественном совете «Солидарность Свобода». У нас прям вот душа плачет, ребята. Спасибо вам огромное за ваше мужество, за то, что вы делаете для нас. Так тепло. Ребят здесь встречают каждый раз. И вручают каждому из них благодарность за мужество и героизм. Каримбула Мухидинович, вот тоже вот пришел парень, раненый, с ранением, находится здесь. Дай Аллах, чтобы рана поскорее зажила. Кто-то из них вернулся уже навсегда, а кто-то приехал на побывку и скоро уедет обратно. В первую очередь мы знаем, что эти ребята, молодые ребята в основном, лицом к смерти стоят, чтобы мы с вами сегодня могли вот так спокойно сидеть, беседовать перед камерой и говорить о том, о подвигах ребят, да, спокойно спать, приходить домой. Она помнит ту самую первую поездку, как сейчас. Это была огромная фура, это было столько сил вложено. Вплоть до того, что люди носили сюда в офис все, да, мы были даже такие моменты, даже одежду свою всю люди приносили. В зону СВО Ума Аскерханова в общей сложности выезжала больше 20 раз. Ну, я надеюсь, что мы в скором времени еще приедем и привезем вам. Это народ Дагестана, вот дагестанский народ. Очень заботится, переживает о вас и передает вам свою теплоту вот этими небольшими нашими вот посылочками. Это наши детки из Дагестана. А таких, как он, пишут книги, снимают кинофильмы. Ранение было настолько тяжелым, что на его месте другой бы и не выжил. А Зайнал смог. Смог все преодолеть и вернуться к нормальной жизни. Сила воли, терпение и врачи, которые помогли, спасли, так сказать. До этого провел полгода в госпитале. Перенес десятки сложных операций. Больше полугода я в аппарате Елизарова лежал, не вставал. Просто лежал. Каримулла Черчиев тоже был ранен. Сейчас находится дома, на реабилитации. Ранение получил левую сторону. Нога, бедро, плечо. Левая сторона вся. Он не звонит, он только пишет, и я только пишу. У Муслимат Магомедовой в зоне СВО служит единственный сын. Да, мой сын уже с начала военной операции, то есть СВО. Я просила, чтобы он не уезжал, но он сказал, мои друзья и такие, как я,
мужчины находятся там, я не должен дома оставаться. И уехал. Сейчас уже 2 года и 3 месяца он находится в Украине и защищает нашу родину. Женщина помогает, чем может. С начала специальной военной операции она собирает гуманитарную помощь для наших бойцов. Лекарствами, бинты, перевязочные материалы, для уколов, обезболивающие средства, воду. Горжусь теми ребятами, которые там находятся, такие как мой сын и другие. И очень хочется, чтобы наши ребята оттуда вернулись. Я прошу Аллаха, чтобы все вернулись к нам здоровыми и с победой. Несколько сотен тонн груза они уже отвезли в зону СВО. Вот яблоки, большой ящик солдатам. Довезли около 220 тонн груза. Это груз? Это народный груз, который наш народ собирает. Организовывали сбор гуманитарной помощи среди населения. Население собирает, мы отвозим. Ну, в общем, занимается такой, ну, добрым делом, скажу так. Здесь их всегда ждут. Готовы помочь, чем могут. То, что мы когда чувствуем, знаем, что сзади поддержка у нас есть, оно больше мотивирует, больше помогает, больше сил придает. И не первая встреча, и организация, огромное большое спасибо. Наш боец Али приехал сегодня, привез наши ботинки. Это наша самая маленькая патриотка, которая помогает солдатам. Эта хрупкая на вид, но сильная и мужественная женщина собирается вновь в зону СВО. Народ и армия должны быть едины, чтобы мы вместе были непобедимы. Ведь там их тоже ждут ребята, ставшие уже родными. Да, огромное спасибо, Магомед Эфендиев, тебе за такие печки. Тепло, уют, дагестанское тепло нам привезли. Каждая поездка действительно, она очень тяжелая бывает. Почему? Потому что, ну, единственная радость в душе, когда мы приезжаем, увидев вот эту радость в глазах солдат, даже у некоторых бывают и слезы от радости, что они увидели своих родных. В нас они видят родных, близких, друзей своих. Один случай запомнился ей больше всего. Отец солдата обратился, это второй его сын с Табасаранского района, Сулейманов Низами Абдурашидович, погиб. Мы приезжаем туда, ребята все начинают сразу ему выражать соболезнования. В глазах слезы у ребят, а он говорит, вот этот мужественный отец, он сегодня тоже помогает нам. Ребята, говорит, вы чего плачете? Погиб, говорит, погиб, он знал, куда идет. Это война, без жертв не бывает. А ну не плакать. Вот настолько внедрил боевой дух ребятам. И когда сел к нам в машину на обратном пути, стал реветь. Магомед Шарапутдинович, брат мой, сестренка, умочка, простите меня, я не мог ребятам, как бы, ну, сами понимаете, это было очень тяжело. Ума Аскерханова пример для многих. Победа будет за нами, враг, вам счастливо. Увидел этих людей прекрасных. Я счастлив был. Просто таких людей, которые вот так добром, такой теплотой встречат. Честно говоря, я ее назвал моей сестрой. За ее душевную вот это все. А потом, когда я узнал, что она такая мужественная, я просто думал, ей надо было родиться, короче, мужиком, а не женщиной. Камалудин был ранен и чуть не потерял зрение. После бомбежки я ослеп. После этого я не видел, просто полтора месяца. Потом начал восстанавливать, потом начал лечение делать. Мне сказали, я когда очки снимаю, у меня слезы текут.
Когда-то он служил в Афганистане. Боевой опыт не позволил остаться в стороне, когда началась специальная военная операция. Я работал, это тоже командиром, я работал в других местах разные, и участвовал и в Афгане, и в других местах тоже. После этого пришлось мне поехать туда. Я хотел быть моим братами. Магомед Мурат Ахмедов – отец участника СВО. В 1922 году, после объявления СВО, нашим верховным главнокомандующим, он сам по зову сердца добровольно принял решение поехать в зону СВО, принимать участие. Его сын Джамал служит на передовой. За боевые заслуги был награжден орденом мужества. Они вступили в бой, намного превышающие живой силы и вооружение противникам. Отбили одно село от боевиков Лоскутовку, потом второе село Рай Александровку. При освобождении село Рай Александровку они взяли в плен 19 человек, 18 нациков и одного польского наемника. Но как приятно им там, что о них помнят в тылу. Дорогие солдаты, я хочу, чтобы вы вернулись домой живыми и невредимыми. Спасибо за то, что вы защищаете нашу страну. Мы будем вас ждать. Они, находясь там, конечно, все, что нужно, их обеспечивает Минобороны, но бывает все равно, любая помощь излишней не бывает. Вот наш народ дагестанский, Махачкала, село собирает гуманитарную помощь, простой народ, за свои деньги. Вот, то, что отвозит им, допустим, вот Ума Аскерхановна, Магомед Шарабудинович, им огромное спасибо. А спасибо всем, кто собирает гуманитарную помощь. Об этих героических горянках мы уже снимали фильм. Гуманитарную помощь, которую они собирают, Ума Аскерханова и Магомед Курамагомедов не раз отвозили в зону СВО. Очень большое, много количества гуманитарной помощи получали. Получали продукты, одежда, плод с носков до шапки, все, что необходимое. Пока у нас в тылу такая поддержка, победа будет за нами. Нас это очень даже радует. Спасибо вам большое. Такой небольшой уголочек, музей, так скажем, воспоминания наших поездок. Ну а оттуда Ума привозит военные сувениры. Очень тяжелые, это осколки от орудия, вот правда, да, вот такого орудия, я не знаю, как оно называется, это то, что при нас были прилеты, и буквально нашу фуру вот так подкачивало, взорвали в школу в этом поселке Новодружевка, Лисичанском районе. И вот мы как бы попали туда, и, конечно же, там страшная картина, все такое. Мы обязательно выстоим, и победа будет за нами. И мы обязательно принесем знамя победы. Желаем вам всего хорошего, желаем вам всего доброго. Я шагайды безунгу мукхалк. Все они настоящие герои. Живем мы по принципу, я, например, по принципу, как и родители, родину и родители не выбирают. Это наш долг, наша позиция гражданская. И каждый отправился туда по зову сердца. Защита Родины и все ребята свои, которые уехали. И также по зову сердца Ума и другие неравнодушные дагестанцы помогают нашим ребятам. Чужой беды не бывает сегодня. Эта беда коснулась всех. Мы все должны быть сейчас рядом с солдатами в тылу и просто победить. Победа будет за нами.